шкафе, смотрим, нет ли здесь, не осталось ли здесь каких-либо раритетов, каких-либо оставшихся с тех времен старинных вещиц, оставшихся с тех времен бумаг, что очень важно, бумаг или документы. Кто такой был Дмитрий Александрович Грачев, владелец этой угловой городской усадьбы? Это был старший представитель Бухинской мещанской управы, Бухинской городской мещанской управы. Обычный бухинский гражданин, обычный бухинский мещанин. И вот жил он в этом доме, а второй дом у него был, вот этот дом, второй его был доходный дом. Жил он здесь со своим семейством, в шести комнатах.